Всем привет, меня зовут Аня Гресь, это мой канал на YouTube. В сегодняшнем видео я покажу вам свои удачные покупки на AliExpress. Но прежде чем начать это видео, хочу с вами поделиться большой радостью. Наконец-то на моем канале стукнуло 20 тысяч подписчиков, ура! Спасибо большое каждому из вас за то, что смотрите мои видео, пишите свои комментарии в поддержку и ставите лайки. Мне это очень приятно. Я хотела бы вас поощрить за это и разыграть сигну от меня и один из товаров из этой распаковки. Подробности чуть дальше в видео, поэтому если тебе интересно, ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал и погнали! Первая моя удачная и уже любимая покупка — это вот такая вот футболка. О бой! Ну, или если читать на нашем, то он воу. Кому как больше нравится. Я ее обожаю. Она подходит под все, под шорты, под джинсы, под юбки. Все подходят, читают. О бой, прикольно, прикольно. Реально офигенная, я ее обожаю. Все ссылки на товары, которые показаны в этой распаковке, я оставлю в описании, поэтому переходите, смотрите, заказывайте, дешевое шматье и вещи, ура! Следующая моя удачная и очень любимая покупка — это вот такие вот очки. Все, кто подписан на мой инстаграм, их уже видели, замечали, я уже получала за них комплименты. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, вот здесь, вот скрин моего инстаграма, находите, Аня Гресь, так же, как подписана я в ютубе, Аня Гресь, подписывайтесь, там прикольные фоточки и всякие опросы проходят, поэтому жду вас там. Мне вообще не подходят никакие очки, очень мало какие подходят, а эти прям идеально подошли, они мне очень нравятся по форме, из чего я делаю вывод, что эти очки пойдут всем, потому что мне очки не идут, а если они пошли мне, то значит пойдут и вам. Тут, кстати, в отражении можно увидеть, на что я снимаю. Вон стоит стабилизатор и камера, и вон моя кухня там вот в отражении. Короче, офигенные очки, я их обожаю. Белый свежий цвет вообще очень освежает образ, розовые стекла, чтобы вы смотрели через розовые очки. Вот, на самом деле они, если вот смотреть на сами линзы, они зеленые, вот. Они зеленые, не розовые, но сверху покрыты розовым, поэтому оно очень так мило. Они по форме как кошечки, неоднократно получала за них комплименты, хотя стоят там 100 гривен, около того. Короче, стоят копейки, комплименты получаю ежедневно. Там, кстати, есть еще разных цветов других, черные, серые, зеленые, всякие разные, их там штук 15, наверное, разных цветов. Кстати, если вы любите покупать товары на AliExpress так же, как это люблю делать я, то у меня есть для вас небольшой лайфхак, который позволит вам экономить деньги и выбирать хороших продавцов. Это браузерное расширение AliTools. Оно есть и для iPhone, и для Android, но у меня оно установлено на ноутбуке, поэтому речь пойдет о нем. Сейчас я вам покажу на примере. Значит, заходите на сайт AliExpress. Естественно. Вот есть, например, горящие товары. Женская одежда. Я женщина, мне нужна одежда. Вот. Вот есть, например, симпатичная юбка. Заходите на юбку, и тут вот в левом нижнем углу появляется такая лампочка. Нажимаете на эту лампочку, и тут вот показывается, например, вот рейтинг продавца. У этого продавца рейтинг 89%. Кстати, в этом приложении рейтинг начисляется более объективно. На самом сайте рейтинг от 90 до 100%. Ниже 90 рейтинга я не видела. С помощью этого расширения рейтинг вы можете увидеть от 0 до 100%. И он начисляется по многим параметрам. Дальше следующая вкладка — динамика цены. Вот, смотрите, что сейчас эта юбка 5,44, а раньше вот была она 9,25, потом была 5,28, потом была 10,88. И выше, то есть сейчас реально самая низкая цена на эту юбку. Кстати, прикольная юбка, там еще всякие разные цвета есть, надо брать, тем более по такой цене. 144 гривны за прикольную симпатичную юбку, возможно, она появится в следующем обзоре. И тут можно посмотреть еще отзывы. Вот тут есть деваха какая-то в ботфортах, хо-хо-хо, very sexy, I think. Кстати, можно еще поставить галочку и добавить в избранное, и следить за ценой. И потом, если стоимость станет дешевле, то это умное расширение скажет вам: «Аня, пора покупать». Ссылочку на это расширение я оставлю в описании, как всегда. Там мои ссылки на социальные сети, поэтому заходите, всегда читайте описание. Муа! Следующая моя удачная покупка —
это вот такой вот планер на полгода. Я его пока еще не заполняла, потому что я вам хотела показать его красивеньким. И очень удобно расписать свои планы, не забыть, когда у кого день рождения или какие-то поездки, для того, чтобы планировать свое время. Мне кажется, это полезно. А если вы учитесь в школе или университете, то тут удобно записывать свои там секции по спорту или, может быть, уроки. Короче, классная вещь. Следующая моя удачная любимая покупка – это носки с совушками. Они такие милые. Там есть еще разных всяких расцветок. Там их, по-моему, 3 или 5 разных расцветок. И они тут с ушками и с глазами такими большими. Будут выглядывать из ваших кроссовок, радовать вас и окружающих. Я вообще обожаю всякие аксессуары и вещи вообще с совушками. Всегда их покупаю, потому что это очень мило. А я люблю быть милой и люблю милые вещи. Следующая моя удачная покупка – это вот такая офигенная юбка-карандаш с разрезом, с трикотажа на резинке, такая ребристая, очень классно сидит. Там есть тоже разных расцветок, но я выбрала именно такой винный цвет. Но мне кажется, он очень универсальный, очень базовый цвет. Короче, очень красиво смотрится на теле. Я обожаю эту юбку, вообще супер-пупер. И с каблуками ее можно носить, и с кроссовками. Супер-пупер вариант, советую. Чтобы быть в тренде, покупала себе колготы в сетку. Там есть разные величины сетка, есть покрупнее, есть поменьше. Можно их сейчас купить, поносить еще вот в сентябре, в октябре, например, пока не сильно холодно. Потом мода эта закончится, и можно будет сушить лук или ходить в магазин вместо авоськи за продуктами. Смотрите, как они тянутся. Вот, а места мало занимает. Раньше же люди ходили с авоськами. Вот, можно возобновлять эту моду на авоськи и использовать для этого старые ненужные колготы в сетку. Следующая моя удачная, прикольная покупка на AliExpress – это вот такие вот перебивачки временные. Я не знаю, правильно говорить перебивачки? Кто-то говорит переснематки, я даже такое слышала. Временные татуировки, которые освежат ваш образ. Кстати, у меня вот есть две одинаковых, поэтому я хочу одну разыграть среди вас, мои дорогие любимые подписчики, в честь того, что мне стукнуло 20 тысяч подписчиков на канале. Следующая моя удачная покупка – это вот такие золотые патчи для глаз. Как бы девочки меня поймут, девочки знают, что это. Клеятся под глаза, они увлажняют кожу, насыщают какими-то там полезными штуками. Попробую эти штуки, скажу, как вам. Оп, оп, ой, фу, капает, на ноги мне все капает. Опа, гламурненько. Ну, кожа как у младенца. Все блестит, светится молодостью, здоровьем и свежестью. Рекомендую. Следующая моя удачная покупка – это вот такая вот футболка. Making magic happen. Магия происходит, магия случается. Вы надеваете эту футболку, и магия начинает работать. Короче, футболка – мотиватор. Она, по-моему, из синтетики, ну, чуть ощущается синтетика, но тем не менее у нее приятная ткань, серенький цвет, который тоже подходит всем. У меня вообще, видите, такие цвета все в основном универсальные, которые ко всему совсем сочетаются. Вот, кстати, эта футболка будет классно смотреться с этой моей бордовой юбкой. Вообще, очень сильно люблю покупать дешевые вещи и потом получать за них комплименты. Следующая моя покупка именно такая. Вот эта вот зеленая сумка, зелено-бирюзовая, получает всегда очень много комплиментов от окружающих. Она такого классного цвета, он тоже очень базовый, под все подходит. Видовой акцент очень прикольный, при этом очень бюджетный. Тут одно отделение, внутри есть еще кармашек на молнии, на большой такой, на длинной шлейке, еще здесь есть кармашек. Короче, прикольная сумка, я ее обожаю, советую вам. И
последняя покупка из распаковки на сегодня. У меня еще есть мои покупки с Алиэкспресс, не переживайте, распаковка еще не закончилась. Кстати, если вам нравятся мои распаковки, пишите мне обязательно об этом в комментариях. Это мотивирует меня на то, чтобы снимать дальше их. Спасибо вам. Так вот, следующая моя последняя покупка на сегодня – это платье «Время приключений». Вы в теме, да? Тут есть принцесса Пупырка и прочие другие персонажи. Оно синтетическое, оно вот из ткани, как будто на купальник, но в нем не жарко, в нем прикольно. У него длинные рукава, вырез впереди, вырез сзади. Оно хорошо обтягивает фигуру, поэтому на вас 100% сядет, потому что оно все обтянет. Вот. Короче, прикольное, разноцветное, повышает настроение. Если у вас депрессия, надевайте такое платье, и депрессии сразу мигом не становится, потому что это весело и прикольно, и немножко упорото. Вот такая вот сегодня получилась распаковка. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если да, то ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал. И участвую в розыгрыше Сигны от меня и вот этих вот перебивачек разноцветных прикольных. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, оставь комментарий под этим видео на моей странице YouTube. Я хочу перебивачки или я хочу Сигну от тебя разными комментариями. Вот, и до новых встреч. Спасибо большое, что ты меня смотришь. Пока!